Всем привет! Мы находимся в городе Кремс. Фестиваль обычно проходит летом, когда созревают абрикосы. Это возможность для фермеров, садоводов и местного населения отпраздновать и продать богатый урожай абрикосов. Во время праздника проводятся различные мероприятия и аттракционы, такие как кулинарные изыски. Во время фестиваля абрикосов готовят и их предлагают многочисленные кулинарные деликатесы. К ним относятся абрикосовые клетки, абрикосовый джем, абрикосовый шнапс и другие сладости. Рынок. Фермеры и местные торговцы выставляют свои свежие абрикосы и продукты, приготовленные из них. Это отличный способ для посетителей купить свежие абрикосы прямо у производителя. Музыка и развлечения. Традиционная музыка, танцы и представления часто организуются, чтобы обогатить фестиваль культурными мероприятиями. Ремесленники выставляют свои изделия и часто предлагают на продажу изделия ручной работы. Парады и шествия. В некоторых местах проходят красочные шествия с украшенными платформами и участниками в традиционных костюмах. Marilyn Fest – это популярное мероприятие среди местных жителей и туристов, где можно попробовать лучшие сорта австрийского абрикоса и прославить местную культуру. Вахау известен своими живописными виноградниками, замками и историческими деревнями. А праздник предлагает прекрасную возможность открыть для себя этот уникальный регион и его кулинарные сокровища. Украшения из абрикосов обеспечат сладкие моменты сюрприза. Каждые 3 недели рестораторы в центре города Кремс предлагают максимальное удовольствие в виде абрикосовых кнедликов, абрикосов, рулетов из абрикосового вина, абрикосового пунша и многих других деликатесов. До деликатесов для гурманов. So, that's good, huh? So get a bit of tech, eh? That helps us in. Aber wenn die Kinder das größte möchten, sehr gerne. 2,850 €. Ja, sehr gerne. Kannst du die Kinder fragen? Ja, wenn dann wieder kommt, gerade sie sind nicht berühren steht dort. Thank you.
Warte. Na, noch näher darfst du nicht mehr kommen. Dann wird es nicht mehr scharf. Liebe. Nein, mach nicht mehr. Ich bin voll. So. Das Gesicht im Schatten. Bitte geh 20 cm weg.